Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали орские журналисты с экрана телевизора. В гимназии уже стало доброй традицией весной поздравлять с победой сильнейших. Как сказала директор, это самый главный праздник в году. В этот день награждают за ум, интеллект, работоспособность. Актовый зал был наполнен до отказа. И все это победители городских, школьных и областных олимпиад. Ребята смогли охватить практически весь спектр предметов, тем самым подтвердив высокое звание гимназиста. Да и награды получили заслуженные, ведь труд ученика не из легких. Многие гимназисты вызывались на вручение дипломов дважды, а некоторые трижды. Братья-близнецы Ващинские, к примеру, на двоих заняли сразу 6 призовых мест. Прежде всего, надо запастись терпением, потому что без труда ничего не достичь. Но это и немного везения. Всегда нужно, чтобы занять что-то, где-то победить. Я хочу поступить в технический вуз. Следовательно, специальность будет где-то инженер, техническая специальность. Ну, тебе помогут победы в этих олимпиадах? Ну, я думаю, что да. Самым лучшим, кроме дипломов, были вручены денежные премии, выделенные из фонда гимназии на общую сумму 10 тысяч рублей. Денежным поощрением также были отмечены и педагоги, подготовившие ребят. На торжественном собрании в адрес их и их воспитанников звучали слова благодарности и поздравления от администрации школы, шефов горадминистрации. Начальник управления образования отметил, что количество и качество участия в олимпиадах улучшается с каждым годом. Но все же можно добиться лучших результатов. А в этом году орчан победителей 13, оренбуржцев 30. А до 1985 года пальма первенства всегда была у орчан. Так что у наших школьников впереди еще много ступеней для завоевания.